вами Таня, и я поздравляю вас с Днем города. Краснодару сегодня исполняется 225 лет. Это очень круто. Ставим лайки. А сегодня мы вышли погулять возле нашего любимого стадиона Краснодар. Тут просторно и много прикольных локаций. Многие сюда приходят покататься на самокатах и роликах, и я с удовольствием покатаюсь. Еще тут прикольно лежать на травке, потому что тут это разрешено. Прикольное место мы пришли. Тут здесь вот такие батончики деревянные, по которым можно прыгать. И куда теперь? Я еду сейчас к... Я не знаю, если честно. Куда-нибудь поеду, посмотрю местность. Покажу вам еще красивости, да? Да. А на детскую площадку поедем? Да, давайте как раз туда и отправимся. Сейчас я соберу отель. Кстати, у меня есть кошечка. Как зовут? Ее зовут Мурка. Это белая кошечка, она очень классная. И она очень любит пуховики. А еще у нее привязана ленточка на шейке. Я ее кладу в портфельчик и закрываю. Она любит спать на моей куртке, поэтому я поднимусь и кладу себя в куртку. Вверх или вниз? Посмотрите! Чай! Тут отмечает день города. Так вверх или вниз? Давайте вверх. А вот что-то так. Дошли на площадке на детской. Пошли. Ой.
Ух ты, там как круто. Ну что, давайте сбегаем вниз. Точнее, можем скатимся вниз. Нет, может, сбежим? Ну, можно. Сбежали? Это было круто. Так, на этом все. Всем пока. И подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите свои комменты. Пока-пока.